Но похоже, что это все. Заканчивает свое выступление. И еще одна команда челябинская уже в этом сезоне. Ну вот, посмотрите, казанцы вываливаются еще до сирены на лед. Ну и их радость, конечно, понятно. Выигрывают они вторую серию. И также ее выигрывают со счетом 3-1, как и предыдущую против авто. Ну, радость, конечно, непередаваемая. Но особенно учитывая, что это молодые хоккеисты. Здесь эмоции, конечно, ярче, чем у более опытных хоккеистов. Ну, а это, конечно, другая сторона баррикад. Там отчаяние, там грусть, там тоска от завершившегося сезона. Вот, кстати, интересный момент. После каждого победного матча Ирбис встает вот в такой круг. Ну, а здесь уже появляются все причастные к команде. Не только хоккеисты, но и тут и тренерский штаб. В общем, все со скамейки выбежали. Вот этот победный крик. Ну, а белые медведи просто со стороны наблюдают за этим.